Міжнародны фестываль дзіцячай творчасці «Золотая пчолка» прымаюць гэтымі днямі клімаючы. Фестываль юбілейны, ён праходзіць 20-м разам. Удзел у ім прымаюць юныя таленты з Беларусі, Арменіі, Расіі, Казахстана, Узбекістана і Кыргызстана. Фестываль «Золотая пчолка» статус міжнароднага атрымаў яшчэ ў мінулым годзе. За гэты час удзел у ім паспелі прыняць выканаўцы і творчыя калектывы з 26 краін. Штогод таленавітая моладзь з усёй Беларусі і не толькі ператвараюць Клімавічы ў сапраўдную сталіцу творчасці. Я всегда мечтала попасть на «Золотую пчёлку», і вот настал тот торжественный момент, когда я сюда попала. А почему тебе хотелось? Ну, потому что я хотела показать свои вокальные данные множеством членам жюри. И хотелось получить какие-то незабываемые впечатления от этого конкурса. У час проведения фестивалю Климовицкий парк становится пляцовкой еще и для мастер-классов. Гости мають магчимость познакомиться с ручными вырабами с глины и вытворчестью белорусских ковалёв. Здается, что тут увогуле николи не бывает сумно. Танцы, жарт и смех до краев наполнили гэты солнечный фестиваль. Каждая вещь, она имеет свое название, да, вот, и свое предназначение. Ну вот это вот называется горлач, гладыш, кушин. Три названия. В каждой местности по-разному называлось. Это все предназначено было для молоко квасить, скислить, отапливать на творожок. Тем более, что одними танцами и песнями забавы фестивалю не скончаются. Например, можно спыниться и отрымать асалоду от гуку птушиной трели. На сегодняшний день присутствует 6 стран мира, более 100 участников молодых дарований. Это очень приятно, дети очень хорошо и весело откликнулись на это. У них радость, улыбка. И все люди, все гости, которые приехали, также сегодня радостно к этому подошли и ждут уже открытия фестиваля, когда оно уже состоится. А чакаць сапраўдна ёсць чаго. Адкрыццё, напэўна, самая яркая частка мерапрыемства гасці свята чакала ўвечары. На працягу 3 дзён на пляцоўках фестывалю ў Клімавічах не перастане гучаць музыка. Як прызнаюцца жыхары райцэнтра, «Золотая пчолка» для іх даўно стала асабістым святам талента і дзіцячых усмешак. Гардзей Ягораў, Дзяніс Жавіна, Александр Артемьёў, навіны рэгіёна. Адзначылі лепшых у